Мы напоминаем о том, что после второй пары на ринг будет приглашена четвертая. После второй пары будет приглашена пятая пара. Первый раунд. Поддержка зала, конечно. Паш, левую ручку подними. Дергай, Саша. Лево, Саша. Сама. Давай, бей. Сама. Молодец, двигай передний. Молодец, двигай передний, Саша. Хорошо, давай. Шрава сама придет, двигай передний. Ноги работают, вот Саша. Вот так. Подавай, двигай передний. Молодец, вот, смотри, подними левую ручку. Прыгай, молодец. Давай, сама. Молодец, двигай передний. Прибивай. Так, работа, ноги работают, дергай, не бросайся, дергай. Да, передний. Маш, попить, попить. Бери, Маша. Да, передний доставай сначала. Давай, Маша. Молодец. Тыкай, передний, молодец, дергай, тыкай, молодец. Ноги работают. Маш, по нижнему уровню бей. Еще. Передняя рука, Саш, передняя рука. Блядь, молодец, Ваня. Вот, Маша, лево. Молодец. Да. Ноги Саш, передней рукой больше. Ноги работают, Саш. Маша, не Маша. Ручки. Передний кидай, Саш. Вот, это. Хорошо, у нас сама. Вон, дави. Работай, Саша. Саш, тыкай, передний. Тыкай, ноги работают. Прыгай. Встречай. 10 секунд. Саш, концовка. Молодец. Вот, стойки, заходи, Саш. Прямым ударом, Саш. Молодец, Саша. Молодец. Красному мастер спорта Александра Ордена, Санкт-Петербург. Ей 29 лет. Боксом занимается 7 лет. Финалист чемпионата России 2014 года. Чемпион Санкт-Петербурга 2016. 75 поединков. Из них 71 победа. В 20 международных встречах Александра выиграла 16. Совершенствует спортивное мастерство под руководством мастера спорта Виктора Баранова и мастера спорта международного класса Игоря Андреева. Красным углом Александра Ордена. Второй раунд. Да, доставай передний. Бросай. Саш, передний больше грузи. Молодец. Вот, вызывай передний, срабатывай справа на левую руку. Вызывай передний. Да. Передний вызывай, справа срабатывай. Тыкай передний, вызывай, справа срабатывай. Тыка передний сначала, потом справа. Да, это. Молодец. Молодец, Маш. Хорошо. Закрывайся, Маш. Пойди за переднюю ручку. Прыгай, ногами. Ноги работают. Тыка передний. Молодец. Маши, уже удары, уже придет больше. Молодец! Да, поднимайся. Справа начни, Саш. Умница, и не отпускай. Молодец, убивай. Саш, назад, не Саш, справа, левый, сбоку. Три удара. Работай, умница. Саша, работай. Саш, левый, правый, левый, сбоку. Маш, подними руки. Давай, продолжай, Мария, продолжай. Не отпускай, давай.
Хорошо. Умница, давай, 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 Работай, Саша! Молодец! Синим углом кандидат в мастера спорта Мария Замышляева, город Орел. Марии 20 лет. 4 года занимается боксом в школе Олимпийского резерва. Первое место на Центральном федеральном округе. В прошлом году соревнования проходили в городе Алексине. 32 поединка, 24 победы. Тренер Дмитрий Селецкий. В синем углу Мария Замышляева. Секундант Зарин. Третий раунд поработай. Третий раунд. Три удара, Саш. Да, поднимай, поднимай. Передняя рука, Саш. Молодец. Дай выход назад. Молодец. Вот, вот, вот. Ногами, ногами, ноги работают, Саш. Тыкай передние, тыкай, тыкай. Находи справа прямой, прямой справа находи. Тыкай передние. Да, да, дергай, дергай. Молодец! Не забывай! Да, 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 молодец! Молодец, молодец, тыкай передние. Правый прямой. Саша, работай, молодец, молодец. Хорошо. Работа, работа, Саша. Да, 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 да. Саша, не жди его! Давай, 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 Концовочка! Дергай, 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 дергай! Молодец! Три удара! Молодец! Федерация бокса Севастополя благодарит за сотрудничество и поддержку объединения предприятий ВПА, строительную компанию «Интерстрой», акционерное общество «Эксперт», общество с ограниченной ответственностью «Элит Крымстрой», промышленные технологии, группу предприятий «Севпроект Монтаж» и благотворительный фонд «Содействие здоровому образу жизни Айсберг». Акционерное общество «Эксперт» – торгово-сервисная компания, осуществляющая комплексный подход к комплектации объектов нефтегазовой отрасли под ключ, начиная с анализа проектной документации и заканчивая поставкой оборудования на объект. Заказчиками являются крупнейшие предприятия газовой отрасли. Секунданты Зарин. Четвертый раунд. Еще так же, Саш! Давай, 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 вот, 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 посередине, молодец! Еще так же! Давить, Машка, давить, давить! Да, да, Саш, три удара! Назад, разверни, разверни! Руки подними!
Не Маша! Разрежь дверь, проходит! Что, Саша, еще? Тихо, понимаешь! Привет, 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 ноги, ноги, работают, да. Вот еще! Давай, день отпускай! Уже двойку пробивай, двойку пробивай! Двойка работа! Вот, давай, давай! Давай, снизу! Снизу, снизу, снизу! Ой, ей, ей, пускай, давай, давай! Давай, вот еще, бей! Твоя работа! Аплодисменты, конечно. Спасибо. К рингу приглашается вторая пара Орлова, Челябинская область, Константинова, Якутия. Сразу после второй пары к рингу будет приглашена пятая пара. Боксеры Упаев, Чеченская Республика, Матвеев, Республика Саха. Пятая пара. В третьей паре в следующий круг соревнований вышла Екатерина Сычева, а в четвертой Карина Мохамбет-Калиева. В этом поединке раздельным стартом победила Александра Ордена, красный угол ринга.